Великотырново – столица культурного туризма Болгарии. Великотырново – один из самых древних городов Болгарии и занимает важное место в истории Болгарии. Великотырново – город с древним наследием и динамичной современной культурой, является лучшим круглогодичным туристическим направлением в Болгарии. Средневековая столица Болгарии с уникальными ландшафтами, древними традициями, бесценным культурно-историческим и архитектурным наследием, романтикой старого города, различными художественными мероприятиями и многочисленными фестивалями ежегодно привлекает более 500 тысяч туристов из страны и из-за рубежа. Круглый год в городе Великотырново приезжают миллионы туристов полюбоваться неповторимыми пейзажами, вековыми традициями, историческими и архитектурными памятниками, а также посетить колоритные национальные фестивали, концертное и театральное представление. Главным туристическим муниципальным агентством Великотырново и его области является агентство туризма «Царевград-Тырнов», которое успешно организовывает туристические и культурные мероприятия, рекламирует архитектурные и исторические достопримечательности, содействует развитию народных ремесел в общине Великотырново. Самым известным и посещаемым местом города Великотырново является крепость Царевец, символ Болгарии. Царевец, столица болгарского царства 12-14 веков, поражает своими размерами и великолепием. В центральной части крепости находился дворцовый комплекс, а в самой высокой точке холма размещалась резиденция болгарских патриархов. Второе по значимости туристическое место – это холм Трапезица, где находилась вторая крепость Тырнов. Археологи раскопали здесь систему обороны, жилые здания, монастыри и 18 церквей, в которых сохранились мощи болгарских святых. У подножия крепости Старого Тырновграда находятся церкви святых 40 мучеников, святой Дмитрия и святых Петра и Павла. Это место ли является духовным центром болгарской культуры на протяжении всех веков. Средневековое прошлое столицы Тырнова отображает мультимедийный центр Царевград-Тырнов, музей восковых фигур. Все фигуры, а их 29 штук, выполнены в натуральную величину, а одежда сшита из естественного материала. В музее показан быт простых болгар, ремесленников, тронный зал с царем, памятные события из периода Второго Болгарского царства. В археологическом музее Великотырнова можно увидеть экспонаты периода неолита, древние монеты, предметы быта и многое другое. Здесь находятся самые древние в мире изделия из золота, Хотмишская сокровищница 5 века до новой эры. Среди наиболее посещаемых музеев является музей-тюрьма, единственный такого рода музей в Болгарии. Музей Возрождения и учредительное собрание, где была принята первая болгарская конституция, и Саравкин дом, расположенный на живописной улице Гурка. Архитектурно-этнографический комплекс Самоводска-Черше – улица, которая сохранила дух и романтику болгарского возрождения и традиции народных ремесленников. Здесь можно увидеть старые ремесленные мастерские – гончаров, иконописцев, резчиков по дереву, ювелиров, ткачей. На этой улице всегда вкусно пахнет знаменитым кадаифом, свежими булочками и турецким кофе, приготовленным на горячем песке. На Самоводской чарши вы можете увидеть интересные демонстрации старых болгарских обычаев. Один из них – Еневден, день летнего солнцестояния и праздник лечебной травы. Самый колоритный праздник, сочетающий прошлое и настоящее в ремеслах, традициях, музыке и современном искусстве – это ночь Самоводской чарши и фестиваль ремесел. Этот праздник проводится каждый год в сентябре. Рядом с Великотырново находится живописный архитектурный заповедник Арбанась. Этот город с аутентичными домами-крепостями, которые и сейчас сохраняют за своими высокими стенами дух прошлых веков. Самым известным и хорошо сохранившимся из этих
архитектурой является Констанцелиев дом, построенный в конце 17 века. Внутри представлена жизнь богатых купцов из Арбанаси. В церквях Арбанаси Рождество Христово и святые Архангел Михаил и Гавриил, кандидаты в памятники всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть одни из лучших образцов церковной живописи позднего болгарского средневековья 16-17 веков. Здесь можно услышать живую мистическую православную музыку. В городе Великотырново находится единственный в стране парк «Болгария в миниатюре», где за 1-2 часа можно посмотреть и полюбоваться всеми достопримечательностями Болгарии. Макеты сделаны в масштабе 1:25. Благодаря своей уникальной атмосфере, Великотырново является арт-сценой Болгарии и развивает театральный и концертный туризм. Здесь ежегодно проводится международный фольклорный фестиваль Великотырново, летний фестиваль классической камерной музыки Арбанаси Summer Music, международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Серебряная янтра», международный джаз-фестиваль, международный фестиваль военных духовых оркестров, международный кинофестиваль на восточном побережье Европы, международная выставка графики и живописи, традиционно общественные праздники 22 марта – День города Великотырново, 22 сентября – День независимости Болгарии, грандиозный световой спектакль «Величие осеневцев», рождественский рынок в Центральном парке и другие. Среди наиболее значимых культурных событий является фестиваль оперы и балета «Сцена веков», который проводится каждое лето под открытым небом в амфитеатре крепости Царевцев. Муниципалитет Великотырново и агентство «Царевград Тырнов» являются организаторами международной ярмарки «Культурный туризм», посвященной развитию и перспективам культурного туризма. Это единственный специализированный на Балканском полуострове форум, проводится ежегодно с 2003 года, в котором принимает участие более 100 болгарских и зарубежных участников. Партнерами в организации форума являются Министерство туризма Республики Болгарии, Болгарская ассоциация гостиниц и ресторанов и Ассоциация болгарских туроператоров и туристических агентств. Как неповторимая эмблема города является аудиовизуальный спектакль «Царевград Тырнов. Звук и свет». Аудиовизуальное шоу – это сказочное сочетание музыки и света с участием сотен цветных прожекторов и ламп, перезвона колоколов и лазеров – производит незабываемое впечатление на посетителей старого города. Этот музыкально-световой спектакль лучше наблюдать с площади Царь Асем I, перед Царевцем или со специальной площадки для VIP-гостей. Великотырново ждет вас!